объявляю региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы Тюменская область 2023» официально открытым. В этом конкурсе здесь у нас заявлен техникум Елутеровск, техникум Ишим и два техникума города Тюмени. Ребятам необходимо выстроить 4 модуля за 3 конкурсных дня. Каждый блок, он определяется сложностью. Сейчас ребята выполняют простейший этап. Следующий модуль – это уже кирпичная кладка средней сложности. И завершающий четвертый – это уже повышенной сложности с архитектурными элементами. По всей России стартуют региональные этапы Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». То есть это новый формат развития движения, то, что ранее было известно как конкурсы профмастерства «Молодые профессионалы World Skills». Сейчас этот проект в Российской Федерации перезапущен в формате движения профессионала. Он вошел в федеральный проект «Профессионалитет» сферы образования и курирует его теперь Министерство просвещения. Работа с деревом увлекательная. Ты работаешь с деревом и уходишь, как бы своим думаешь. Пройти дальше, выйти на Россию и показать, что на что-то слабен.